Друзья, привет, с вами Флок, Тамга, Баистан, ой-бой-бой. Для тех, кто давно на моем канале, они знают, что это видео уже было, но по моей глупости, да, я удалил все видео с канала Курултай и с канала Улукманапа, ну, там не беспричинно, да, вот, курултайские, в принципе, мог не удалять, скорее всего, вот, но удалил. И сейчас я сделаю все по красоте, тем более этот трек я очень давно не слушал, но я помню, что это прям мега жара, так что давайте, давайте. Стой! Да громче сразу. Да, это просто мясо. Вот я охренел тогда с этого бита. Не, ну она классная. Я просто, знаете, увидел в комментариях, что начали просить эти видео, но я понимаю, да, что подписчики не все старенькие, очень много новеньких, так что специально для вас, да, я посмотрю. Тем более, я эти треки давно не слушал, и я хочу, чтобы они были на канале. Но у Лукманапа я видео пересматривать не буду, новый материал мы, разумеется, будем смотреть, но старый восстанавливать не буду, нет. Голос классный, да, с такой, блин, хрипотцой маленько. Давай! Оу! Оу! Ой, какой классный. Бит просто мега. А я и забыл, блин, что за трек-то. Вот так вот, друзья. Вот так вот. Кстати, по-моему, первая реакция была такая же. Да, насколько я помню, она, по-моему, была такой же. Потому что, когда только-только я его врубил, включился бит, и, блин, как это было охрененно. Просто бит такой, охота головой, знаете, об этом. Об стол. И я даже маленько в шоке был. Ну, понятно, откуда столько просмотров. Ну вот. Друзья, мы еще из стареньких, да, из, ну как, ну это, можно сказать, старенькие работы 2019 года. Посмотрим с вами попозже чуть-чуть, посмотрим Айбека Замирова, посмотрим Изи, Дживу, Байстана, Бомбиту и посмотрим. Так, ну в общем я вам не буду рассказывать, посмотрим. Все. Друзья, всем спасибо за просмотр, с вами был Флок, пока.